Друзья, всем привет! С вами Санек. Приехал насос циркуляционный, самый маломощный, который удалось мне найти. Моя задача — этот насос соединить со шлангом через быстросъемы. Вот такого плана. Чтобы он стоял там, где мне нужно. И не буду я там заморачиваться. Штуцер, который ставится со стороны бассейна. Дальше шланг. Такой же быстросъем. Вот такая пимка должна стоять вот здесь. С одной стороны и с другой стороны. Дальше шланг и пошел в коллектор. Все. Вот такие, друзья, штуцера получилось вытащить. Это штуцера на быстросъем, на поливной шланг. Ну, знаете, такие вот штуки, сюда шланг, сюда вот ставятся штуцера. Эти вот глиненькие пойдут у меня на коллектор, который будет греть воду, который лежать будет на крыше. Сначала хотел сделать с этой стороны елку, потом решил также сделать под резинки, под две штуки, которые будут вставляться в шланг. Ну или хомутом, а может даже и хомут ставить не буду. Давления никакого. В общем, эти пойдут два на коллектор. Вот. Эти два пойдут на насос циркуляционный. Остается здесь варить две шайбы. Грязненько, но сейчас я их в пескоструйной камере почищу и с этой стороны вварю и сварочку обработаю, так чтобы культур-мультур было. Только вот не знаю, хватит ли проходного для насоса. Вот как-то так. А, да, не сказал. Это для обогрева детского бассейна. Будет насос обычный, который в отопление врезается. Будет брать воду из бассейна, гнать ее в коллектор, который будет лежать на крыше навеса. Вот. Он металлический, греться будет не только от навеса, но еще и от солнца. И из коллектора уже подогретая вода сбрасываться снова в бассейн. Брал за образец вот такой переходник, который соединяет два шланга быстросъемами. Ну, мне надо было сделать то, что мне надо, чтобы не ездить по магазинам, не искать, не спрашивать там, а есть ли у вас, а есть ли у вас. Проще сделать. Показалось, что мне проще сделать. Вот, как-то так. Сейчас покажу сам процесс изготовления. Ничего сложного. Берется штангелечек, пользовался вот обычным таким вот штангелюком, даже не электронным. Все замечательно. При помощи УЦИ на каждый резец забивал через СМД свои параметры, чтобы каждый раз их не выставлять. И все, просто они выходят в копии. Копии, копия за копией. Успевай только подавать заготовку. Как-то так. Рассверлено отверстие сверлом на 11, но больше уже нельзя, потому что могут эти пятаки просто подпадать. Тут и так остался, я не знаю, вот толщина, может, с миллиметр, самая тонкая часть. Короче, пока я варю сваркой, а вы посмотрите, как я точил вот эти вещи. И пойдем проверим насос. Просто подключу его и посмотрю, хватит ли проходного качать воду из бассейна.
Вот, друзья, уже с одной стороны штуцерок стоит. Вот так обработал сварочку, варил внутри, снаружи ее нет. Все, здесь шайбочку проточил по плоскости. Вот эта гайка, которая была с насосом, вот эту внутряночку выкидываю, она лишняя. Здесь все по размерчику, теперь бы попасть ровно. Одной рукой неудобно. Немножечко, во. Все становится. Прокладка. И завинчиваю. Ну вот так вот выглядит это все дело уже в прикрученном состоянии. Видите, быстросъемчик одет. Плотненько, замечательно. Все, ставлю провод и на проверочку. Хватит ли проходного. Так, ну что, подключил насос с этой стороны. Ну, пока таким, потом чуть покороче обрезок. Мне надо, чтобы он стоял здесь, на вот этом подиуме. Я его потом накрою. Поставил самый минимум. И вот он, не знаю, наверное, не видно будет. Такой вот поток воды. Сейчас он гонит. Хватает проходного. Аж бегом. Я не знаю, как показать-то. Но я думаю, видно. Это самый-самый минимум. Ну, это просто вот он на земле лежит. Здесь его 25 метров шланга. А будет на навесе лежать улитка 100 метров ПНДшной, 20-ки. И два еще от насоса наверх будет давить 3 метра. Ну и, соответственно, будет сбрасываться. Давление создает небольшое. Но это самый минимум. Самый максимум. Пальмы растут. Да отлично. Что там говорить? То, что нужно. То, что доктор прописал. Я его здесь накрою, чтобы вода не попадала. Плюхались уже тут. Замечательно. Ну, это уже другая история. С замерами воды, температурой, на входе, на выходе. Главное, что работает. И мне нравится. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.